будешь волшебником. И некоторые чудеса буду делать я, а некоторые чудеса будете делать вы сами. Раз, два. Отлично. Волшебная шляпа. Это волшебная сосиска. Если мы ее покрутим. Раз, два. Оп. Снова целая. Держи. Волшебная палочка. Ну все, все. Теперь она у нас точно. Вообще считается, что показывать детям фокусы очень просто. На самом деле это не так. Дети – одна из самых сложных аудиторий для фокусника. Ребенок, у него в голове еще нет шаблонов, которые есть у каждого взрослого, и поэтому он может заметить то, что взрослый никогда не увидит. Кроме этого, дети ждут от тебя чудес и знают, что ты фокусник. И для них гораздо удивительнее будет, например, если фокус не получится, или ты окажешься в смешной ситуации. И еще все нужно преподнести так, чтобы ребенку было весело, смешно, и он получил большое удовольствие от просмотра самого фокуса, а не от его финала. Хорошо, поднимите руку, кто думает, что она мне в этой руке? Нет! О! Она исчезла из моего кулачка. Варечка, медленно, медленно открывай руку и покажи, что у тебя там. О! Две божьи крохи, как ты это сделала? Все картинки красиво и аккуратно раскрашены. Красиво! Это же каляки-маляки! Запомнила, Анечка? Раскрывай широко-широко, двумя руками. Мы сделали настоящее чудо! Многие родители дарят своим детям каждый год новую игрушку на день рождения. Но меня больше радуют родители, которые задумываются и стараются подарить новые эмоции и впечатления своему ребенку. Мне кажется, что выступление фокусника, в котором именинник творит чудеса в своих руках, это отличный подарок на день рождения. Я всегда выбираю помощных ребят, которые стоят тихонько или тихонько сидят на своем месте и делают два шага назад. И на этом, ребята, наше маленькое волшебное представление подошло к концу. Спасибо вам большое! Thank you.